Новым годом, Щелково! Вот и наступил он, 2019 год. Этой новогодней ночью тысячи горожан собрались на набережной Клязьмы, где уже через считанные секунды начнется главный салют этого года. И что еще интересно, этот Новый год впервые встретил Щелково вместе с жителями Главачевского района Алексей Валов. Все жители Щелковского района с Новым годом. Мы старались. Очень классно. Салют полный. Вообще, космический. Мне тоже не понравилось. Вообще, полный салют. Многие говорят, что такого красивого салюта в Щелкове еще не было. Этот подарок жителям сделали власти района и строители, обустроившие набережную на правом берегу реки. В 2018-м в Щелкове было построено фактически с нуля новое общественное пространство. 1,5 километра прогулочной зоны вдоль берега, если брать участок между новым и старым мостами, плюс набережную вдоль улицы Шмидта. Грандиозная стройка завершилась в декабре, но променад продолжили благоустраивать, устанавливая так называемые малые архитектурные формы и для детей, и для взрослых – качели, гамаки, лавочки, лесенки. По берегу теперь приятно гулять в любое время суток, в том числе ночью, особенно если она новогодняя. «Часто ли вы встречаете Новый год на работе?» – спрашиваю главу во время этой необычной прогулки. В армии 2 раза и в гражданской жизни 1 раз на работе встречаю. Так. Ну как, здорово, надо жить по-разному, надо жить, как наши любимые щелковцы встречают Новый год, чтобы для себя какие-то выводы сделать. Выводы Алексей Васильевич сделал, жители довольны. А вот готовность архитектурного объекта главу не вполне устроила, шел и считал недоделки. А здесь посмотрим, почему столько фонарей не горит. Я насчитал 17 штук, это много. Протяженность набережной вдоль улицы Шмидта, другого названия ей пока не придумали, порядка 820 метров. На всем протяжении она оборудована металлическими перилами. А знаете ли вы, сколько стоек строители вмонтировали в бетон? Никита Никулин рассказал, как корректировали эту часть проекта относительно первоначального плана. Он их заставил просверлить 16 тысяч отверстий. 16 тысяч. Нет. Новая набережная переходит в улицу Пушкина и закольцована с улицей Парковой, так что прогулочная дистанция увеличивается вдвое. Пешеходная Парковая также встретила Новый год красиво украшенной. К всему руку приложили ученики и педагоги районных школ и детских садиков, устроили конкурс новогодних елок. Получилось здорово. Помните, под Новый год исполняются любые, даже самые невероятные желания, написал Алексей Валов в соцсетях. А я уверена, многие жители загадали, чтобы весь наш край, который уже через несколько дней мы будем называть городским округом Щелково, и в наступившем 2019-м развивался и хорошел. И дальше так продолжаться будет. Все правильно. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».